Никиткой решили поехать на рыбалку на 23 февраля. Вот тут приехали в Авачу, блин, капец, тут запарковались. Вон. Короче, нормально все, едем. Вон Никита у нас там одевается, да? Мы нашли рыбу, будем рыбу брать. Что-то поймал хитрый упырь мелкий. Лосось. Подлые рыбы не ловятся. Понятно почему. Мы с Никитой решили что сделать. Кстати, 23 февраля. Жена была обдеть вкусами пресс-сервами. Лидии. Так. Суп со шпинатом. Вот никто не ест на природе суп со шпинатом. Только мы. Два аристократа. Ну что, как суп? Нормально, ну кушай. Так. Второе у наших друзей пижонов. Это картошка с треской. Вот, пожалуйста. Та-дам. Картошка там еще треска. У нас какие-то кулинарные передачи получаются о рыбалке. Мы на рыбалке все время только делаем, что бурим, жрем и едем домой. Вот сам процесс рыбалки не очень у нас как-то запечатляется. Либо нет ни хрена, либо некогда снимать. Да? Или это колючки. Не можем их сообразить, не подплывают они близко к камере. Сейчас мы их поймаем. Молодец, моя рыбонька, рыбачок мой, молодец. Молодец, поймал, сынок мой, кореш. Красавчик мой, поймал. Так, вот и папа отличился! Ура! Вот так, у нас две, уже две корюшки. Ух ты, ни хрена себе, вот это рыбина! Молодец, вы крутой чувак! Молодец! Голец-малец! Не считается, не зачет. Какой крутый. Мига. Бомбанул еще. Моя прелесть. Нормально, порыбали, ну как бы не то что прям совсем офигенно, но порыбачили, как бы. Все, едем домой, поймали 10 штук ровно, ну так. Второй день нашей безумной экспедиции в поисках мувидика. Ты готов? Да. Брать мувидика. Все, мы сейчас поймаем всех мувидиков, едем, да? Да. Сейчас мы покажем тут офсайды рыбами. Все, мы опять готовы, с мегаходом едем брать рыбу. Мы с Никиткой нашли стаю диких карюханов. И ловим на креветку, короче. Уже 4 штуки поймали. Вот там, видишь, вон они плывут. Вон пошла. Вон они. Давай, Никитка, лови.
Сейчас поймаем. У нас уже 4 штуки. Я почему поймал один раз, две сразу. Вот и Никитка отличился. Ну, правда, курочки такие небольшие. Но зато ловятся, да, Никит? Пофигу. Ну-ка, прибавлялось. Клюет, подожди, потом поймаю. Ой, вернее, сниму кино. Я такую рыбалку люблю. Блин, а мне все на посёк ловят. Хо-хо-хо-хо! Зато по две! Вот так надо! Талант! Талант не пропьешь! Надубасил ему сколько? Больших, да? Молодец! Вот мы случайно, представляешь? Уже хотели уезжать, и тут на тебе, короче! Ловим, ловим, вот наконец поймали мы опять вот. 15, вот он тащит, смотри, опа, гольца моего поймал, он тоже пойдет, ну вот, короче, так вот ловим. Вон такой тысячник, цулик. О, Никитка поймал еще одну большую рыбу. Вот такой он был нормальный вообще. Круто. Нормально, не можем вот просто. Никитка еще поймал. Вот уехал у нас папа, и я начал ловить. Вот пока его не было, поймал уже штуки 4. Так что вот, вот так как-то. Я поймал местного терминатора. Вот, вот, огромную. Все. Тихо. О, отличная корешка. Вот такую я поймал. Вот наш супер-мега-дом. Вот он такой. Ну, сейчас будем рыбу брать. Да, пап? Да. Сидим с Никиткой в нашем домике. У нас тут лампа. Тепло, мухи не клюют, вообще хорошо. Рыбач, рыбы. Все там нет. Ну ничего, идет. Дождемся. Да? Ты как? Нормально. Как-то тепло. Вообще хорошо. На улице уже он темнеет. Короче, мы с Никитой уже целый час ловим. Поймали вот я вот. Никитка домик на теме. За час. Давай, давай, вот, тащик. Вот молодец. Молодец. Дубасил сегодня рыбы. Вот, сегодня корешки, блин. Просто немереное количество. Вот, смотри. Вот, видишь, плавают кулиски, блин. Но не ловятся. Ну, как сказать, не ловятся. Вот у нас тут уже, ого. Целый пакет. Показывай этих зубарей. Молодец. О, какую кучу наловил. Вот мы с Никитой сегодня нарыбачили. Вот. Давай, Никита. Держу. Погоди.
Ты будешь неделю снимать. Побыстрее. 8. Просто 4 штуки, там 6 штук не хватило до сотни. Ну, уже домой поедем, все. Ну-ка, сквозь. 95! Да, 95. Ну ладно, 95. 5 штук нам не хватило.